Как ты считаешь, твое мнение, как ты считаешь, нужно ли молодому человеку, особенно в 15 лет, лезть в свое подсознание и зачем тогда это делать? Вот. Ну, я считаю, что это нужно каждому человеку, потому что все начинает закладываться с раннего возраста, и чем раньше человек начнет осознавать это все, тем ему будет проще в дальнейшем. И этому опыту надо набираться с самых малых лет. Тебе это надо что-нибудь, да? Так, по большому счету, ну что-нибудь. Ну, мне этот опыт помог переосмыслить многое в этой жизни, даже кардинально поменять отношение к некоторым вещам. Вот что ты думаешь про вот эти вот программы «Синий кит»? Потому что ну, тебе 15 лет, в принципе, те люди, которые участвуют в этих играх, это примерно люди твоего же возраста. Вот, это те люди, на которых воздействует... Это интернет-пропаганда, назовем это так. Вот что ты вообще думаешь об этом? И что бы ты, если ты что-то думаешь об этом, что бы ты пожелал или каким-то образом изменил в чем-то, чтобы этого не было? Потому что родители переживают, очень много подростков бросаются с балконов, с крыш, и ведут себя неадекватно. Вот что ты думаешь об этом? Ну, я не считаю, что это нормально. И неизвестно, откуда эта игра «Синий кит» взяла свои корни. Ну, чаще всего этим начинают заниматься подростки, у которых есть определенные проблемы в личной жизни, возможно, проблемы со своими родителями, и они не находят другого выхода, как начинать играть в эти игры. И это все наплывает, вся эта пропаганда, группы ВКонтакте. И они просто начинают сходить потихоньку с ума. Но я считаю, что если хотят от этого избавиться, это надо огласить на федеральных главных каналах, чтобы больше людей об этом узнало. То, что они, ну, некоторые люди до сих пор не знают, что это за игра «Синий кит», и даже не имеют об этом представления. Это широко обсуждается, об этом говорили и на «Пусть говорят», и в казахстанских новостях. А, ну, это никому не помогло. Говорят, что ловят кураторов, но дети все равно продолжают в это играть, потому что саму проблему не уничтожили. Я скажу коротко, я просто желаю обрести счастье в жизни всем этим людям, найти его и идти за своими мечтами, поставить определенные цели и идти к ним. Алина, вы хорошо говорите, вы прекрасно владеете языком, вы пишете. В двух словах, вот как бы вы могли описать вчерашний опыт свой? Вот что это? В двух словах, я проснулась. Если вас будут спрашивать люди, которые далеки от этого, которые не просто никогда об этом не задумывались, они не задумывались вообще даже ни о смысле жизни, ни о каких-то целях, чтобы вы могли рассказать в плане психоделического опыта. Возможно, он нужен, кому-то, может быть, он не нужен. Но как вы считаете, опасно ли это, не опасно ли это? Как по вашим личным ощущениям этот опыт может оказать какое-то воздействие на людей, вот скажем, вашего возраста? Вам за 20 немножко, вы молоды, и у вас вся жизнь впереди. Вот может ли этот опыт оказать какое-то воздействие? Как вы думаете?
чтобы не пугать. Я думаю, этот опыт может оказать воздействие в том случае, если ты действительно начнешь меняться внутренне, менять свою жизнь, и люди в твоем окружении эти изменения будут видеть в лучшую сторону, и, возможно, какая-то часть из них действительно захочет соответствовать, захочет стремиться достигать таких же каких-то изменений. Это не глюки. Это способность организма видеть. Я не знаю, как это объяснить. Это не глюки, глаза это видят сами, твой организм это ощущает сам. Просто при помощи там просто открылись нейроны, заработали определенные нейроны, и тебе это не приснилось, тебе это не привиделось. Это открылись способности твоего организма, которые закрыты. Вот я как скептик, например, вот вы меня можете убедить в том, чтобы если я ни разу не принимал, например, грибы, что бы вы мне сказали? Как бы вы меня разубедили, если бы вот у меня было такое вот ощущение? Вот я скептик. А я думаю, я бы не стала разубеждать, потому что это должен быть осознанный выбор человека. И человек должен прийти к этому самостоятельно. Ирина, ну если вы два слова скажете, ну буквально о том, что... Ведь многие говорят, нужно, не нужно, ну... Непонятно. Бесспорно, этот опыт, я считаю, что необходим каждому человеку, который пытается работать со своим сознанием и которому в определенный момент показалось, что что-то не то, что в жизни происходит что-то не так, что каждый хочет как-то улучшить свою жизнь, улучшить ее в любом плане, в духовном, материальном, может, у кого-то проблемы со здоровьем. Я счастлива, что я попала к вам, я счастлива, что попала на этот остров. Я привезла сюда своих детей, потому что я безмерно вам доверяю. И я рада, что мои дети только начинают свой путь и уже получили этот опыт. И осознаю, что если бы я 20 лет назад приобрела определенный опыт, то многих ошибок в жизни я сейчас бы уже не совершила. Потому что, пройдя однажды, понимаешь, что мир не заканчивается в мегаполисах, что он намного шире и объемней. Дорогие друзья, это было просто спонтанное интервью, которое мы сами вот здесь симпровизировали, здесь расставили все и сделали. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите. Всего доброго и до встречи. Побывав в этом трипе, у нас открываются глаза на некоторые вещи, которые мы не видели. Вот мы сегодня с детьми обсуждали, как это все происходило у них, как это происходило у меня. Мы поняли, что у родственников это, в общем-то, более-менее похоже, но все равно по-разному. И сколько людей, столько, наверное, разный взгляд на все эти вещи. Но в одном мы согласились, что как вот такими, как мы были раньше, мы уже никогда не будем. Мы увидели мир иной, мы поняли, что мир не заканчивается на Земле, что мы находимся в трехмерном пространстве, где есть и другие разумные и живые существа. И даже, может быть, мы существа, а они не существа, если уж на то пошло, что, может быть, даже над нами проводится какой-то опыт. И заходит за тонюсенький, это столб, наверное, был, за тонюсенький столб или дерево, раз, и его нету. Я такая лежу, раз, приподнялась, думаю, вот куда он ушел? Выглядываю. И буквально там секунда или сколько, ну я не знаю, сколько времени прошло,
Ну, я когда он пропадал из вида, я ощущала тревогу сразу же. Вот пока вот я его вижу, мне так хорошо, спокойно, все, я знаю, что я тоже так... что обо мне заботятся, без проблем. Что под охраной, да? Да, да, да. Вот, потому что он... за угол заворачиваю, есть тропинка там, и я следила, джунгли, да. Я следила, там же щели через деревья, я не договорила. И, в общем, это вот тонюсенькое дерево, он за него заходит и из-за него не выходит. Я и так, нету его. Вы же сталкер. За вами люди идут, и поэтому они вам верят, я тоже вам верю. Поэтому верят, и вы как ангел-хранитель. Ну, да. Людей, которых ведете по сути, за собой, да. Скажем вот, так. И ты? Да, ты на меня что-то очень часто смотрела почему-то вчера. Потому что я все время улыбалась. Сказала, я иногда говорю вы, иногда ты. Да, лучше ты. Да. И вы все время светились. Прям вот я на вас смотрела, я прям оглядывалась. Это говорит, мама, говорит, Оля, это ангел. Да, вот, Дмитрий, я рассказываю про Олю. Данька там на вас смотрел со стороны, как будто на себя смотрит, у мамы там еще там что-то было, а я на вас смотрела, вы для меня другая картинка. Да, вы для меня были Дмитрием, то есть каким я вас вижу сейчас, там никаким там. Ну я все. Кто-то, Алина. Ну, то есть я отчетливо видела, что вы идете, что вы оглядываетесь, там перемигиваетесь с Олей, там поворачиваем, не поворачиваем. Не перемигиваем. Ну, в смысле, у нас символы есть. Ну да, да, пора, не пора. То есть я все это видела, но я не задавала вопросов. Хорошо, что не сказала хихикайте. Вот, но я все время оборачивалась и все время смотрела на Олю, потому что она у меня светилась как ангел. Вот, как будто вот в белом облаке каком-то. Потом я вот так вот на нее близко смотрела, и потом вот так вот отходила. И постоянно у нее спрашивала, это нормально, да? Это нормально? И мне все время хотелось ее потрогать. И вот я не знаю, мне все время хотелось ее потрогать. Олю потрогать. Настоящую она или нет? Ну, типа как ангела, да? Она правда светилась, кожа, волосы. Вот она вся вот как в белом облаке в каком-то светилась, как ангелов изображают. Я думала, почему я плакала и смеялась одновременно, и это, я просто не могла поверить, что я до сих пор не знаю, как это объяснить. Я в таком состоянии находилась, что я все время пыталась анализировать, и то, что я пыталась это анализировать, мне это мешало, у меня картинка переключалась в эти моменты, как только я начинала о чем-то думать. Или видела людей и думала, интересно, что они думают. Я вот это тоже сегодня вспоминала. У меня переключалась картинка. Но когда я... Просто я плакала от того, что я это чувствую все. Элементарно. Землю, движение, воздух, траву. Я шла, я шла и чувствовала, как крутится земля. Я шла и чувствовала, как будто я проваливаюсь под землю. Мне хотелось трогать корову, это мне кажется, даже словами не передать. Может быть, это просто ощущение счастья, что ты жив и можешь это все делать. Да, я почувствовала, я на самом деле почувствовала, что все живое. Вот оно на самом деле все живое, я чувствовала. Меня иногда подшатывало, и я подкашивались ноги, и мне казалось, что это от того, что планета там слишком быстро крутится, от этого меня... Ну, это вот на сегодняшний день я не могу это словами передать, но я думаю, что я со временем это опишу грамотно, красиво, и я пока что в эмоциональном таком нахожусь. Это будет выдающееся, кстати, описание, потому что у вас хорошее владение языком, словом. И...